Всем привет! Сегодня видео о покупочках из магазина Магнит. Мы купили упаковку яиц, 10 штук, вот, обычные яйца. Взяли баночку вот такой, коровка из кореновки, варенец термостатный, 4%. Так, дальше взяли наши любимые пальчики с абрикосовой начинкой, аютинский хлебозавод. Взяли булочки, 3. Где она, третья? 3 гаты. Это мне, мужу и младшему сыну на завтрак. Старший гату не любит у нас. Ему купили венскую булочку. Дальше взяли морковки, 5 штучек, такие средненькие. Детям взяли 2 чупа-чупса, вот такие. Так. Пачку масла сливочного, торговый дом сметанин, 72,5%. Взяли вот такой кекс с изюмом, 400 грамм, от компании «Чудесный край». И увидела у Марины Морской недавно в видео, вот, и заинтересовалась, никогда такого продукта не встречала в наших магазинах, а тут наткнулись. Вот такой джем клубничный, махеев, натуральный, 100%. Вот, взяли попробовать, здесь 300 грамм. Сейчас покажу чек. Так, пакет 3 рубля, масло сливочное 57,50, яйца 36,30, джем клубничный 99 рублей, кекс с изюмом 69,90, коровка из кореновки варенец 39,90, булочка венская 10,90, гата стоит 11,40. 3 штуки вышло на 34,20. Так, пальчики 39,90. Морковь вышла на 6 рублей 22 копейки. Килограмм стоит 21 рубль. Так, и леденец на палочке яблоко-вишня 5,90. 2 штуки вышло на 11,80. И общая сумма покупки составила 408 рублей. Вот такие вот у нас были сегодня покупки. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылочка будет под этим видео. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.